Ты не любишь цветы, сука. Знаешь, что бы я тебе подарил? Чё, блядь? Дигл, да? В подачу с пистолета. Вот я чё тебе подарил бы. Пошёл ты! Ну, блядь, ну создай аккаунт тёлочки, заебал. Я вот так бы бил бы с тёлки. Такой бы ты попал, цветами прикрываюсь. Всё, говорю, не трогайте меня. Не попадайся. Вали, говорю, слышишь? Сейчас забьёшь меня, сука, рядом с вот этим, блядь, наркоманским кустом каким-то. Это мой косяк, ты на него не гони. Косяк, вот иди его и сажай, короче, не базарь. Ну, блядь, ну создай. Что снимать? Да скажи, серия переносится. Куда переносится? В ебу тебе сейчас в переносицу. Перенесёшься, блядь, на землю, нахуй. Скажи, на небо переносится, на завтра скажи. Типа, смотри, вот ты сейчас отвечаешь. Ты, блядь, завтра, нахуй, короче, создаёшь... И на этого SEO у тебя маппинг классный. Аккаунт, всё, стоп, не базарь, говорю, ты завтра обещаешь, создашь, блядь, создашь аккаунт тёлки, и мы поженимся с тобой. Да. Всё, не, говори, я, Маркус Фрост, обещаю Джеймсу О'Коннору в том, что я, блядь, завтра создам аккаунт тёлки, и мы будем жениться. Так, я, Джеймс О'Коннеров... Обещаю, что я создам завтра аккаунт и поженюсь на Диме как-то там, в сперматозоиде. Здорово, чуваки! Это сервер California Roleplay, 104 серия. Сегодня со мной вонючий потный глистяра Маркус Фрост. Всем здорово, пацаны! Не бей меня и мою машину, ты покалечишь свою лопату этим. Слышь, сейчас цветами тебя закокаю. Ну-ка, подошёл сюда, быстро, блядь. Малой, говорю, отошёл со своей лопатой. Слышь, дверь запилил, быстро. Хоть ты на моей квартире, блядь. Всё, короче, успокойся, не бейся. Веди себя культурно, обкурился, веди себя нормально. Короче, сломаю. Пацаны, в этой серии мы будем работать развозчиками контейнеров. Это такая, наверное, работа, на которую мне ещё нельзя устроиться. Поехали в... Центр занятости. Вообще-то можно. Ты пятый, она с четвертого. А, ну отлично, поехали в центр занятости. Давай гамма... Бля, гамма. Ко мне, говорю, прыгай. Не, я на своем буду. А да моя, поехали. Глянь, вот именно ночью она такая прям машина. Отлично. Секси, да. Секси, да, именно такая вообще. Сексуальная машина. Пышечка, сексуальная пышечка. Да, глянь, какой у нее туз. Кстати, какой тут номер? 193, да, другой. То я катался сегодня на булке, там номер был КРПХ-203, по-моему, или 302, что-то такое. У меня 193, КРПХ, что-то. А у меня 190... У меня тоже 193, ты чё, охуел? Ты чё, украл мою тачку? Я тебя ночью спилил. Пизда, поменял номера мне, короче. С этого, короче... Впереди снял номер себе, сука, на свой велосипед их приклеивал. Тут же нету спереди номера. Блин, сколько домов, охереть, пиздец. Ну, у нас уже есть дом, кстати, я там сделал ремонт, так что все. Подожди, а, ну это бич квартирки. Поехали в центр занятости. Занятости, блять, это такое слово, пиздец. Бррр. Стой, остановись, мышь. Ты чё, мышь? Включи под какой-нибудь клиз, давай включим грей. Давай 29-й, нет, давай 29. Блять, ты твой, сука, зеленый меня заебал. Тот грей офигенный, Сашка. Сашка грей. Клиз Сашки. Блять! Сука, чертила оно нарпешное и уехал, прикинь, падла. Администраторы, блядь. Смотрите, я говорю, за вот этими парнями, которые меня тут это самое. Это ж что ты хотел, это шкалофобия, Вась. А что ты включил вообще, друг? Включай такой, как... Грей! Сейчас еще, прикинь, мусор к нам приебется. Все, погнали. Бежим, бежим. Пим. Блять, так и охуенно получилось. Так, пим. Эй, блять. Так, перевозчик контейнеров. Охуенно. А, Вась. Это нельзя работать, это в ЛВ устроен. Ты чё, блядь? Ну поехали со мной, просто погоняешь. Куда мне ехать вот хотя бы? Бля, в СФ. Точно? Подожди. Да, в СФ, подожди, я шотгана возьмусь и что?
Нахуй, 25 штук хватит. Лучше бы сел ко мне в машину и в окошко бы вытянул. А, я так опасней кажусь. Поехали. А так в окно не опасный. Не. Блин, эта машина мне, не знаю, чем-то мафию напоминает, или Гарри Поттера, как это. Из-за этого, подожди, Мафия 2, по-моему. Да и в первой она была, типа, ты, ну, не такая, конечно, похожая. А, другая, русская. Ну, типа, знаешь, такая старая Италия, и вот в да, ней... Да. Дима, блядь, Грозный, сука, и Маркус Фокс, блядь. Италия под Вайнвудом. Чикс. Опс. Все, заезжаем, говорю, быстро. Сан-Фьеро. Ну и в общем, мы пока едем, я хочу такую маленькую информацию сказать. В общем, ребят, давайте наберем у Джеймса 600 подписчиков и хотя бы с каждого видео по, ну, 150-160 просмотров. Я разыграю свой аккаунт на Arizona Roleplay, 1,5 миллиона и машина Комета. Также 9 уровень, ну там уже 10 вроде как. 600 подписчиков, может 400? А у тебя сколько сейчас? 300... Бля, я не помню точно. 371. Ну хотя бы 500 подписчиков. Так просмотров тогда будет больше, чем 150. У меня сейчас в среднем так вот 100. Ну хотя бы 250 просмотров. В общем, давайте, ребят, дерзайте, чтобы там подписчики у Джеймса были. Я разыграю свой аккаунт. Да, блядь, также, скорее всего, разыграю аккаунт на Сампер по первым, там 260 тысяч, 7 уровень. Я знаю, откуда эти деньги. Это черные дела были. Когда-то давно, когда я был еще мал, Маркус Фрост ходил еще тогда под стол. Он гнал аккаунт у администратора, у которого было 270 тысяч. Ладно, это все, конечно, бред, пацаны, не верьте, просто... Маркус Фрост любит разводить людей, он, короче, развел пацана на аккаунт, и там ник «Долбите меня». Блять, мы ездим как-то запутанно, блядь. Чё ты ржёшь? Я с тобой еду. Ну и чё? Ты бы, это моя охрана, сука, быстро, говорю, рядом, присталками. Да рядом, а не впереди. Ты чё, пёс? Пёс. Мой... Ты без одной пары. Мой пес тебе в будку не влезет, сука. Куда ты, дурак? Сюда. Ну давай, кто быстрее. Давай. Блять. Куда? Нет, слушай, я поеду так обратно, к тебе. Так я не знаю даже, куда ехать. Знаю, что в это, в СФ. Да налево, налево. Блять, когда СФ отсюда доехать, я знаю, а где именно вот эта развозка контейнеров, не знаю. Охуеть, охуеть. Кломбер 9 штук. Блять, это ты сказал, как какая-то пафосная шлюшка, которая, блядь, насасывает себе 9 штук. О, 9 штук. О, да, 9 штук. Сука. Я борода. И мой ответ да. Борода. Говорю, быстрее борода есть сюда. Ты где борода? Кто уехал? Уже. Заезжаю, короче, в туннельчик возле аэропорта. Нихуя себе ты быстрый. А ты чё думал, блядь, в сказку попал? Я говорю, у меня тачка как из Гарри Поттера, блядь. На магии, сука, катаюсь. Серая молния, ёпта. Натуре. Натуре, натуре, я знаю, откуда эта машина. Давай, жду тебя на перекрестке на красном свете. Смотри, кто приехал. Сколько денег ты привез? Сколько ты привез денег? 176 баксов. Давай сюда. Мастурбируй. А, кстати, я бы еще хотел поблагодарить Кристиана Рея за 10 косарей. Он меня выручил жестко так вообще прям. Я ему говорю, подкинь пару косых, а он такой типа, окей. Подвез меня на лимузине к банкомату, блядь, стал 10к. Ну, в принципе, я ему помог потом разобраться кое с чем. И... все, и за это я заработал 10 косарей. Пойдем. Быстро, говорю, встал. Так, вот это они, да? Да. Кстати, блядь, я из-за твоего пиздежа забыл одеть свои вещи. Садись ко мне сюда. Да не нахуй. Я на своей кружке. Да ну садись, говорю. Да нет, поехали.
Запрыгай, значит, туда, в багажник вот этот. Кстати, я буду стыдать, ну давай просто ради интереса попробуем. Как ты, где? Надо куда-то заехать. Попробуем. Да вот сюда есть, слышь? Слышь. Слышь, Вася. Слышишь, ты заебал, Вася, мне уже, блядь, пишут, ты чё, Вася? Вася, это ты? Так, подожди, надо где-то заехать. О, слышь, вставай вот сюда вот. Не, подожди. Куда? Вот сюда вот. Тут? Подойди. Да нет, какой тут, блядь. Вот сюда ей. На подъем, блядь, встань, сука. Какой, блядь, подъем, ты скажи? Вот сюда, вот, вот сюда, вот. Ехать за тобой туда? Вот, я наверху, видишь, стою. А. Это опасный трюк. Дурак, сука. Ты можешь назад дать. Так я еще не заехал туда. О, блядь, дурак. Подожди. Давай вот так вот я стану, и ты, да короче, нет, туда запрыгнешь. Сейчас, подожди. Блядь, сука. Сука, ты не умеешь, ты слабый. Ты че, блядь? Блядь, я говорю, ты слабый, ты не умеешь. Подожди. Ты подожди. О, все, а ну-ка, и давай. Мы едем, 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 ёпта. Все, уже ты не едешь. О, бегай. Садись ко мне, говорю, так не прикольно, что ты там катаешься. Давай, твоя охрана, ёпта, личная. Личная. Так садись ко мне, а то мне сейчас привидение вытянут из машины, короче. И ты меня не сможешь спасти, он. Все, быстро садись, за нами он едет. Парни, ты моя личная охрана, ёпта, блядь. Мафия едет за нами. Пошел отсюда, говорю, по пингу. Ой, слышно, меня чуть не сбил, сука. Бля, дурачок. Врезается, короче. Ладно, где моя мацака? Вон, блядь. Тут Энтони Рамирос. Это кто такой-то? Энтони Рамирос, 75. А, да, тут. Кто это тут? Да, тут. Я не знаю, кто это, мне в смс-ку написали тут, в скайп. А, я понял, кажется, кто это? Слушай, дай мне пожрать, а? СМС, подожди, сейчас, 75. Слушай, я сейчас сдохну. Наберу. Это не шутки. Садись ко мне, чё я буду из-за тебя выходить? Дай маху, блядь, дай мне, ёпта, пожрать. У меня пропадет автомобиль, а моя. Дай мне наркотиков. А у меня наркотиков нету. Чё, Вась? А можно с кармана передавать или из инвентаря только? Да в инвентарь положи, да и все. Наркотики. У меня есть семена марихуаны, можно употреблять? А у меня косяки, косяки есть. Дай мне косяк, речь. Передать. Вы передаете 5-й ид. 10 косых. Сядь, говорю, в машину, не могу, блядь, передавать. Ух, ничего себе, я элитный, смотри, в пятерочке стою. Хуёрочки. Сядь, блядь. Да не туда я сел, подожди. Ты, сука, слабый, блядь, быстро сел, орё. Уёбываешься тут, хочешь курнуть косово. Хоть ты забыл в моей квартире, иди нахуй отстой. Давай. Всё, поехали. Да подожди, дай мацаку заглушу, подожди, дай мацаку. Не-не-не, всё, фикскар. Да подожди, да нет, реально я её заглушу. Фикскар, говорю. Ты поедешь со мной? Нет. Кидалово, фу. А куда это ехать-то за этим контейнером? В Лэспорт, там, где мы с тобой прыгали, там, где ты мне еще в белика джам. Это было 90 какая? 8-я, наверное, 7-я. Это я даже... Нет, 7-я, по-моему. Быстрее. О, косяк. Слушай, я опасный парень. Ага. Мачо, ебай. А, чё не сбили, блин. Ты где там? Уже проехал меня? Кого нет? Я еще даже не доехал до туннеля. А вот я заезжаю только в туннель. Вот это просто самый божественный ник. Джеймс Остер. Остер. Где это? 11-й ID, а не 13-й. Остер. Типа острый парень. Острый Джеймс. Острый, ой, острый перчик. Маленький острый перчик. Это вообще водило богом, бля. Я писал смс-ку, не пизди, сука, а то уволю. Да нахуй. Бибо уболю. Уёбак.
Блять, это я играю в КС-ку на одном офигенном сервере, ты его знаешь. Там есть такой паря Сахар. Он постоянно говорит «Уёбок». Только он это угарно говорит. Вступление в русскую мафию. Кстати, насчет вступления в русскую мафию, ребят, я думаю вступить в русскую мафию. Отошел, говорю. Пропал все твой мотоцикл, садись. Не, лег где? Сука, где мотоцикл? Сука, мотоцикл украли. Садись, да, быстро. Мотоцикл вернул мне быстро. Дрянь запилил нахуй. Так Энтони Рамирос, короче, я тебе... Я не поступаю сейчас в русскую мафию, это будет в следующих сериях. Сейчас я снимаю работу развозчика контейнеров. Мне просто впадло писать тебе это все. Короче, вот так. Посмотришь на видео. А я могу как-то офнуть мобильник? Нет, ты не элита. Элита, я элита. Просто этот сервер не признает мою элиту. Элиту. Мне пишут, Вася, ты... Как это, бля? Элита, чувак, Вася. Себастьян, Себастьян, Себастьян Дэйс. Так, Симарио, ты тут сидишь? Не, да, я думал, ты уже вышел куда-то в другое. Чё, Вась? Пересел там к какому-то пацку. На тебя не брошу никогда, ты моя любовь с первого взгляда. О, на Калипу вернулся, ничего себе, кто такой Энтони Рамирос? Энтони... Я тебя знаю. Он тебе пишет, что ли? Да. Он мне только что писал. Я его даже не знаю. Это лидер бывший, по-моему, ЛВПД, ой, ЛСПД, короче, какой-то там лидер. Сейчас он на замке стоит русской мафии. У него другой ник, сейчас, Макар Резнов, по-моему. Ты знаешь такого? Не, а хотя не, знаю, знаю, он в РМ. Ну? Ну, знаю, знаю. Вот, это он. А. Напиши, что мы заняты, что мы, блядь, заняты. Занятые люди, очень важные. Ага. Че ты, блядь, ему написал? Флуди Джеймс, чи Джеймс, Димону в СМС. Да, я не знаю. Я ему написал, да. Я согласна быть его девушкой, да. Ты, сука, чё, охуел? А как тут это дальше? Да вон туда заезжай. Куда? Да вон прямо проезжай. Ну. Да я не буду, подожди, чекпоинт должен быть. Нету а чекпоинта. Все... Подожди, мы что-то не тут сделали. Может... Вот здесь, короче, груз берется. Подожди, тут job info. Блять, сука, очень ты зад, блять. Где эта хуйня, блять? Job info. Короче, я понял. Команды сервера, основные работа, где тут мои команды. Лот прод, вот есть. А, точняк. Лот прод. Воу. Только что-то оно, походу, не на меня загрузит. Не, на тебя нормально. Воу, бля, прикольненько. Это мне надо сейчас будет двигать, что ли? Или оно... Нет. Само. Разбежался, блин. А, нет. Ой, какой разбежался, боже. Размечтался. А ну-ка, инфобиз. Инфобиз. Куда мне ее хотя бы вести-то? Ну, вообще-то тебе нужно куда-то там... Куда-то там ехать. А, вот, контейнер погружен на машину. На карте указано место разгрузки. Отлично. Я думал это развозить, типа, понял, по магазинам, типа, по всяким. Да не-не-не, это не то. А чё, да, эпично такая, машина угара прям. Машина смерти, бля. Кстати, надо будет, блять, я знаю, что надо будет сотворить. Дерби на вот таких вот, сука, снежных пупсиках и... Устроить жесткое такое, вообще прям мясное. Прям, слышишь, давай на мэрии, давай прям на мэрии. Не, на мэрии не надо, надо где-то в таком вот нормальном месте, где... Короче, в аэропорту. Реально, в аэропорту. Так собрать банду подписчиков там и друзей просто, ты там своим
Позовешь своих, я своих. И будем... Кстати, вот тоже, ребят, собирайте подписчиков. Дерби будем делать. Когда? Надо же это все как-то организованно сделать. Так, ну давай, наверное, до воскресенья, наверное, будем. Ну воскресенье там можно сделать, в принципе. Потому что потом уже не получится. Все-таки уезжаем же учиться. Да-да-да, кстати, ребята. Шняга шняжная, жизнь общажная. Это начнется топовая. Через неделю, парни. Я хотел бы сказать, что... Ролики будут выходить намного реже, потому что я буду жить в общаге, а там в комнате 4 человека где-то, может, 3. Ну нет, 3 всего в общаге человек. Ну да, вот где-то так, и там сказали, что первые там месяца 2 запрещено компьютер или что-то еще. Вдруг там какие-то будут наркоманы, алкаши жить, которые раздолбят мне компьютер, и я не смогу снимать. Но правда, я потом раздолбаю им ебало. И они не смогут смотреть. Говорить. Не, ну чё, блядь, я ж ебало раздолбаю, а не рот. В принципе, хуй, можно и рот раздолбать. Так двоечку прописать, да и всё, нахуй. Двоечку. Там один разочек палку кинуть, и всё. В ебальник. Искаем палку, встрянем, бля, в чаре. В чаре, в чаре. Я, короче, понял, ты не в теме, ты не знаешь, что такое палку кинуть. Не знаю. Ты, короче, Саша Грей, блядь. Так, стоп, а куда мне ехать-то? А, в СФ. Я думал, ты где-то в порту, там, может, в другом месте, что ли. Блять, я, кстати, знаешь, что, куда можно будет сейчас отправиться еще? А? Сейчас вот этот контейнер отвезу, и можно будет отправиться в мое любимое место, короче, оно находится в Лос-Сантосе. Я там начинал РПшить, как бы. И мы там одни тебя. Блять, только не сука, не... Лёш, что это с ней? А чё это, блядь, такое? Выходи, переворачивай. Всё, мы горим, пацан, у нас. Ебать, ты даёшь. Сука, вот такого я не ожидал, блядь. Вот три пить-то. Блядь, это... И один очки, чтобы, блядь, не видно было слез, нахуй. Ой, блядь, не могу, сука. Вот долбоёб. Это просто пиздец. Всё, хватит угорать. Будешь полсерии угорать, нахуй. Вот, ребята... Мое любимое место. Сейчас мы туда поедем, и на этом закончится эта серия. Бля. Водитель от бога. Серия длинная получилась у нас в этот раз. Да, вот за нами кто-то едет еще, какой-то пацанчик. Кто-то за нами увязался, сука. О нет, черт, мазафака, это похитители, бля. Вот мое любимое место. Тут я начинал вообще на Калифорнии играть РП, и вообще тут начал играть. Потому что тут вот какой вид офигенный. Видно весь Лос-Сантос почти. Да? Ну да. Брюс Олвейс вроде как-то ник был у этого пацана. А нет. Альварес. Альварес. Я прочитал сначала Олвейс. Вот, пацаны. Может, это подписчик наш? Не знаю. Гля, мне кто-то пишет еще Теддо 64 Помери. Привет. В общем, пацаны, это была Калифорния Ролеплей, 104 серия. С вами был Джеймс Маркус Фрост. Всем удачи, всем пока. Adios, amigos.